Товарищи, с вами Бебра, станцующий титан, и это рок. Точнее, Р значит рак. Ладно, хватит придурств. В общем, с чем мы пойдем в этот раз? Пойдем мы с автоматом Wolf Slayer Claw, то есть коготь охотника за волками. Что это за автомат, я толком не знаю. Я его купил, посмотрел на этот перк, почесал репу и подумал, что говно, поэтому я его даже не допрокачал. Ну, в принципе, бог с ним. Выглядит он брутально, то есть тут он красненьким горит, как в печке, и вон усики, как у знакомой моей с курса тоже. Ну ладно, хватит, надел я второй сет Арен Баннера, недопрокачанный, но в принципе бог с ним, пойдем такими недопрокачанными лохами. Ну надо запустить, потому что как всегда будет искать долго, долго искать. Так, пойдем в контрольчик и будем рвать пуканы. В общем, повторюсь, какие правила, правила такие. Нельзя использовать ульту, нельзя использовать гранаты, нельзя использовать другие виды оружия, только то, с которым мы задумали бегать. Кулаком, соответственно, тоже нельзя работать, как и в реале нежелательно, плохо для потенции. Ну, хватит уже пошлых шуток, тут у нас серьезная передача, серьезная аудитория, так что полетели в бой и давайте мочить. Как всегда, что-то долго ищет, конечно, напарников, обидно, обидно, но ничего, подождем. Кто только включил, можете сходить заварить чаю, не знаю, убраться на кухне, либо сыграть в какой-нибудь Call of Duty. Как раз время хватит на сюжетку, которая идет там буквально короткое время. Да, пояснением испортил шутку, но да, бог с ним, в принципе, что мы, не люди, что ли. В общем, пока ищет команду, простите, что если какой-то фоновый шум, у меня здесь байкеры под окном гоняют. Все-таки у нас тут в Англии выходной сегодня, по непонятной причине. Ну что, понедельник, а давайте сделаем выходным. Ну вот и сделали его выходным. Так что давайте погоним. Также, кстати, один из подписчиков, прости, если неправильно произнесу имя, может вообще не то имя, но Никита попросил передать ему привет в одной из передач. Мне не тяжело, Никита, привет. Но, пожалуйста, слишком много таких запросов не делайте, это будет как поле чудес, буду просто пол передачи передавать привет и потом селедку с огурцами по почте получать. Ну блин, ну что-то очень уж долго ищет, это напрягает. Эх, давайте быстрее, а то у меня сейчас весь азарт исчезнет и шутки кончатся. Хотя шутки я шучу по пути, поэтому и шутки выходят как у Петросяна. Ну, может, чуточку лучше, но уверен, что сейчас посмотрит этот стрим и сворует шутки, как с КВНа. Блин. Вот, наконец-то нашло команду. Действительно, Destiny что-то стало каким-то вымирающим. Как, не знаю, как динозавры. Все меньше и меньше людей становится. И долго ищет напарников, учитывая, что живу, в принципе, достаточно такой популярной локации для консолей. То есть тут все консоли есть, но в Destiny что-то играет мало. Ну хватит уже депрессника. Простите, что болтаю. Кофе выпил недавно. Кофе. И сейчас полетим. Блин, пол передачи тупо болтовня со вступлением. Сейчас тут еще банан будет болтаться 3 часа на орбите. Давай уже лети. Давай, шеф. Шеф, лети. Ах, блин. Походу связь будет полнейший кал, что-то вот летаю тут, молниями любуюсь. Да что за фигня, ну давайте действительно полетим уже, давайте хоть посмотрим на вещи какие-нибудь. Выглядит достаточно стильно, автоматик, прикольно, правда обрубок какой-то, как будто, не знаю, охотничье ружье обрезали. Такой еврейский автоматик, кошерный автомат. Ну ладно, хватит, какие-то идут шутки сегодня, российские, сексистские. Ну, простите, это все из головы, все по пути, и я тут не причастен. Так, полетели, какая карта, не знаю, уже 5 минут тупо летим. Жесть какая-то, такое чувство, будто я такси взял, и он по кругу ездит 3 часа, чтобы набить себе цену, пока доедем до точки. Летим, вот все, тут у нас вот один новичок вообще на первом корабле, 3 каких-то ржавых корыта лада и синяя перекрашенная лада. У меня, в принципе, самый гламурный самолет. Карта Rusted Lands. Ну, давайте. Что-то, мне кажется, связь будет красная. У меня вроде сосед внизу смотрит фильм. И, по-моему, в 4К с 3D на 5 мониторах. И при этом, качая с торрента, не знаю что, тот же самый фильм. Ну, давайте уже запускать. Серьезно, уже надоедает, потому что, ё-моё, людям экшен нужен. Мы тут сидим, болтаемся, какое-то синхронное плавание на орбите устроили.
Боже мой, вот это будет связь. Да. Ребята, простите, действительно, какой-то или глюк, или что-то еще, но я тут не причастен. Я не понимаю, что происходит. Походу, у нас просто экскурсия по орбите Земли. Сообщение пришло без единого зрителя. Зашибись. Это кто мне написал, блин? Стиви Уандерс? Блин. Опять какая-то черная шутка. Причем в этот раз черная вдвойне. Ладно, хватит уже острить. Карта Rust Land. Lands Eastern Flood Zone. Планета Земля. А начало 29 века. Давай, Джо, захватывай точку. Ладно, давайте. Уже начинаю бред нести, у меня уже череп трещит. Так. Ну, погнали. Я не знаю, каков действие автомат. Честно говоря, тут будет нечестный, такой нечестный R, значит, рак. Почему? Потому что, блин, со связью даже и голохорн малины не покажется. Встал тут, так. По привычке хотел достать снайперку, забыл, что R значит рак. Так. Какой-то он пухлый, я не знаю, какой-то американский автомат. 20, в принципе, 23 урона, нормально, но ему побольше бы скорострельности. Немножко, бещукас. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но не знаю, что делать. Так, ждем. Давайте. На опарыша ловим. Где он там? Я еще не разогретый, соответственно. Это мой самый первый матч. Пу-пу-пум. Так, давай. Где ж ты там? Ладно, шупер, это значит, рак надо снимать. Надо врага какого-то иметь. Да, убил кого-то каким-то непонятным чудом. Связь у всех желто-красная. Ну, хоть не желто-синяя. Не, простите, ладно, у нас тут без политических шуток. Ах, ему немного не достает скорострельности. Это действительно так. Ну, стабильность вообще офигенно. Учитывая, что даже недопрокачанная пушка против снайперки, конечно, не лучшая идея. Но... Блин, да всех убивают. Да что за зараза-то такая? Давайте экшена, экшена. Михалков требует экшена. Так. Смотрите, убил даже против Торна. Против Торна нет приорна, как я говорил. Ну, у чувака просто, по-моему, руки немножко кривые. Это тоже бывает. Мы здесь не смеемся над инвалидностью. Так, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то как-то... Тут, конечно, я уже сглупил, какую-то фигню вытворил, но смотрите, на втором месте в своей команде, конечно, у всех связь плохая, оружие, в принципе, пока меня устраивает, но, конечно, на PvP тащить это оружие, это, конечно, фетиш жесткий, даже в Камасутре таких извращений не найти, потому что автомат создан чисто для PvE, и даже он в PvE не шикарен. Ну, достали всех убивать, ну ё-моё, блин, как в пиле нафиг. Или в Игре престолов. Всех главных героев валит. Он тут с шотганом. Связь, конечно, говнище полнейшее. Ну, хватит ныть. Ай-яй-яй, кто-то тут что-то. Только не Golden Gun. Нет! Я нафиг отхожу. Отходим! Отходим! Блин! Тут фиолетовые патроны! А он такой вышел к фиолетовым патронам. Что-то я мажу вообще дико. Какого-то нуба 19 левела замочить не мог. Ну тут уже все прутся к фиолетовым патронам. Так, давай. Ах, там кто-то в болото ходит. Голум. Идет уже, блин, выжидает кого-то. А почему он умер, непонятно. Кто его убил? Товарищ, кто тебя убил? Ты как, в порядке? Не? Ладно, хрен с ним, хватит тут фигней страдать. Честно говоря, выпуск будет унылый, но простите, ребят, от меня не зависит. Запускается 3 часа. Противника найти 3 часа. Нахожу противника, он просто умирает там в болотах, не знаю, от сердечного приступа. Ерунда какая-то. Так, давай. Сейчас припрутся сюда. Да, ух ты, уже начали проигрывать. Кстати, связь у меня наладилась, у меня лучшая связь на этом сервере.
Наверное, подумали, говорят, блин, чувак приперся сюда с этим оружием, надо ему хоть связь нормальную. Оп, хедшот, ну почему-то не пипикнул. Обычно, знаете, блин, блин, когда хедшоты набиваете, а тут что-то... Блин, против шотгана. Ну он тоже телепортировался, блин, туда-сюда, блин. Какой-то, не знаю, Гокас или Веджита, блин, Гоку телепортируется. Дюм, дюм, в разные стороны попасть вообще нереально. Кстати, оружие, что я заметил, мне кажется, оно на далеких расстояниях очень даже ничего, если прикрутить особенно перк на стабильность, который я еще не прокачал, потому что его вообще не трясет. Я ожидал, честно говоря, что будет его трясти, будь здоров. Ну, убойности бы ему побольше, 23 с такой скорострельностью, это, конечно, никак. Это как, не знаю, идти, блин, на куликовский бой с, не с мечом, а с какой-нибудь палкой. Копалкой. Так, ладно, хватит чушь нести, блин. Так, давай. Иди сюда, шакал. И что, не убил? Прикалывайтесь, он сейчас меня грохнет. Скотина, блин. Каким-то новичкам я, конечно, попал. Ну, даже новички от меня вечно уходят. Блин, против шотгана не круто, надо подальше отходить. Блин, как от зомбаков отбиваюсь. Давай, а то сейчас в танка превратятся. Ах ты, блин, ассист, два ассиста, что за фигня, блин. Ну ладно, связь вообще, ну посмотрите, все красное, вообще жесть, блин. Ленин бы лайк поставил. Так. Надо захватывать, короче, точки, экшена маловато, люди вообще не ходят, не бегают, какая-то тишина, блин. Пока меня, блин, грохнут. Ай-я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 й. Наверное, даже и видео будет лагать с такой-то связью, зараза. Хочется вот туда ему гранатку кинуть. По фэншую. Но нельзя нарушать правила. У нас здесь все. Убил тоже с какой-то задержкой непонятной. Ну, в принципе, удивляться не стоит. Так, ладно, пойдем попробуем у них своровать хэвики. Потому что сейчас достану свои ракетницы и начнется карнавал. Так, сзади кто-то. Иди сюда, скотина. Не, они тут сейчас уже возьмут и меня убьют. Вот. Тут, конечно, против новичков испытывать это оружие с такими лагами. Тут, конечно, будет вообще нерациональная оценка. Да. Посмотрел на ракету, попытался ее в воздухе сбить, как Нео, но не сработало. Что, в принципе, и не удивительно. Так. Так. А кто побеждает-то? Кто, наверное, все-таки они. Тут команду, конечно, подвожу. Попробуем с расстояния. Сбежал, надо же. Надо же, падла. Как человек-паук просто куда-то свалил. Так, ладно, бежим. Бежим на Б, у нас там движняк. Мне бы туда супер запульнуть или гранату. Я отойду, потому что их сейчас попрет, судя по захвату. А не, он убил двоих. Так, кто-то тут у нас какая-то крыса. Крыса на корабле, блин. Ну, я, конечно, что-то в голову вообще не целюсь. Стреляю куда-то в живот, блин. В аппендицит. Вместо того, чтобы в голову стрелять. Ну, простите, что-то как-то вот так-то, в общем. Настроение у меня не очень боевое. И очень... Да, ну вот, хедшот, в принципе, нормально. Но в голову держать легко. Единственное, что урона не хватает. О, он тут загорелся уже. Дымком запахло. Давай, шашлычок. Ага, шашлычок, блин. Так, мы проигрываем. Если бы я пришел с нормальным оружием, хоть команду бы выручил. А тут вышел с этим, не знаю... вибратором с усиками, блин, и подвожу команду. Хватит бегать. Урона маловато, конечно, в тело. Сколько там? 19, простите, не заметил. 19. Ай, вали! Ой-о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 й. Пипец, блин, у меня аж жопа загорела, как будто я горчичник прилепили к ней. Так, ладно. Попробуем бить немного на расстоянии. Урона не хватает, но, в принципе, я думаю, можно что-то с этой штучкой придумать. Из этой фиолетовой херни ни хрена не видно, нафиг. Где ты там, скотина? Тут бы я его добил кулаком сейчас, но я не могу использовать кулак. Не могу ни супер, ни гранаты, ни кулак, блин.
счет был бы гораздо лучше в реальном бою. То есть, ребята, из всех автоматов этот автомат далеко не самый худший. По мне, так он даже средний, по тем даже базовым статам, которые у него есть. Ему, конечно, пару перков для PvP, он бы вообще божественным был, но у него перки говнище полнейшее. Так, сейчас запрыгнет сюда. Давай, Карлсон. Я, блин, нуб в рассвете сил. Не, все нормально, вытащил так. А кто их так перемочил? Что это за кладбище, блин? Жесть какая-то. Черепов столько, блин, как на концерте Мэрилин Мэнсона. Ах, мы проиграли. Ну, я тут выйду как герой. Да. Да, вот такие вот пироги, товарищи. Команду я подвел, как обычно. Ну что, R значит рак, значит R значит рак. Автомат у меня хорошее впечатление. Вот, даже вот докачал шлем свой аренбанеровский. Счет 0.91, учитывая, что вы видели чисто нубил, что я ничего не использовал. 10 киллов, очень круто, ребята. Автомат реально крутой. В PvP его можно взять в простой матч. Конечно, не аренбаннер и не Осирис, но в серьезные боевые ситуации его все-таки брать не стоит, просто потому, что у него нет перков боевых. Лучше взять оружие, даже которое по базовым статам немножко хуже, но имеет какие-то преимущества в перках. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура!